Да, я не успела приехать, нас тут уже ждут. Здравствуйте. Так, вот здесь я стою. Вот. Напротив фонтана. Так как парковка у нас сегодня платная стала теперь, даже выходные, приходится бегом все перегружать. Вот уже наши постоянные помощники почти всю машину нам забили. И забирают. И парковка не бесплатна, так что давайте быстрее тогда все. Здравствуйте, наши постоянные помощники. Спасибо, да, спасибо. Здравствуйте. Тоже постоянные помощники наши. Так, наши постоянные помощники Миша и Маша. Маша! Сейчас я открою плечо. Все? Здравствуйте, дамы. Спасибо вам большое за подарки для приюта. Корм нам очень нужен. Хорошо, Лена, а то я не знала. А вы первый раз, что ли? Ой, как приятно видеть новые лица. А кто? Ой, ну я же ролики делаю эти. Я знаю, о ком речь идет. Черный красавчик. Он каждый месяц, каждую неделю он входит в ролик. Вы же присылаете все время приветы, да. Паддингтон. Здравствуйте, друзья. Извините, я за рулем. Мы едем с Машкой из Киевского вокзала сейчас. Ну, помощи сегодня было очень много. Это очень радует. Спасибо всем большое, кто принял участие. Спасибо всем, кто помогает. Ну, кто не знает, я Виктория. Я веду 3 канала. Один – «Жизнь лохматой души». Второй – «Лохматая душа» на Дзене. И третий тоже на Дзене – «Приюти лохматую душу». Пожалуйста, подписывайтесь на все наши каналы. Дзен сегодня вообще, вот каждый лайк, каждая подписка оплачиваемая. Ну, я не могу сказать, что очень хорошо, но тем не менее. Около 10 тысяч рублей получается монетизация, которые я трачу на вакцины. Ну, считайте, что это 10 тысяч, это 50 вакцин. То есть уже 50 собак у нас будут однозначно здоровы. Хочу еще поблагодарить отдельно Людмилу и Анастасию за ваши прекрасные стихи. Иногда даже читаю. Бывает, что не успеваю, извините. Всем пытаюсь всегда ответить, поблагодарить. Не воспринимайте мое сухое спасибо. Это спасибо наполнено теплом и добром. Еще раз спасибо всем, кто помогает. Хотя помощь сейчас очень упала. У меня убедительная просьба ко всем. Не ждите даже ролика. Вот есть возможность. Скиньте какую-то сумму. Этому приюту нужна помощь ежедневно, ежечасно. Если хотите, ежеминутно. Спасибо за внимание. Разгружаем подарки. Лева Миколь. 25 штук. А это подарки. Миксидол.
Вот тут еще мазь какая-то цинковая. А вот добавка с кальцием. Может быть, этим малышне подойдет, который там с лапками проблемы. И вот еще упаковка чего-то. Чего это? Ну, не знаю, что это. Ну, полезные всякие лекарства. Подарки беру все. Вот чек. Вакдерм. 50 доз. Никак не могу. Тирамицин. 15 штук. Где тут его? Почти целая коробка. О, здесь привет. Ты здоровый? Ну что, ребята, сена хватит. Сейчас закроем, чтобы ни дождь, ни снег туда не попадали. Все, сейчас ребята наведут и сделают. Все, по крайней мере, одной проблемы меньше.